И вот мы подъехали на соревнования. И музыка «Найдете потерянный рай» играет. Вот он во всей красе. Бесподобный. Русло реки. Умерли бедненькие своей смертью. Наше легендарное Цимлянское море никому не нужно. Там вот какая-то часовня, сейчас пройду. И кресты нам не помогают. Глупости человеческой. Ощущение, что идешь почему-то живому. Рыбы плещутся, несмотря на всю муть. Ну, как-то так. И тишина. Мальчишки равняют площадку. Много. Ага. Аллергикам тяжело. Смотри, смотри, как клево. Да мои красавцы. Олег, я их снимаю. Давай, давай. И. Ава. Чудики. Площадка у нас супер в дубовой роще. Итак, палатка. Олег. Это у тебя тоже Китай рулит? Ну, собрано-то, может, и в Китае. Так, типа, Made in America. Реклама Maverick Tent. Maverick. Да у тебя тут палатка не надо. Да у тебя коттедж. Там танцевать. Говоришь, живу в квартире. Олег, у тебя коттедж есть. Конечно, преимущество от нашей, то, что у тебя она двойная. Смотри. Если дождь, одна промокнет, вторая точно сухая останется. Ну, да. Да? Это клево. А сколько стоит? Говори. Блин. Ну, говори. На них ценник. Ну, при долларе 36. Мы еще помним. Сейчас он 70. Наверное, сейчас... Рублей за 20 вот эта палатка. Пипец! Шульц, тебе сегодня повезло. Так, что мы поперли? Еще рано. Вышли. Так, идем другому. Спасибо этому дому, идем к другому. Внутрь. Ночной привал. Не надо меня снимать. Вадим против. Санин завел меня. Сказал, пойдем, мама, купаться на озеро. Да нет, есть места. Вон, смотри, вон, видишь? Вот пробрались мы сквозь такие камыши. И вот осины. И все-таки мы нашли на озере один из выходов. Песок, да, Жень? Здесь песок, да. Ну и все. И пляж, и скала. Смотри, какая высота. Смени высоту. Вот. И нашла. Мама, молодец. Ужас какие. Да? Все, теперь песчаные карьеры осваиваем. Вот она я. Озеро осталось внизу. И мы тут вот с Женей забрались на вершину. Снова дубы. И там песчаный. Что? Песчаный карьер? Ну-ка. Ой, какие красивые дубы. Жень, посмотри, какие стволы. Так. И где наша пустыня? Вот она. Вся в колючках. Барханы. Кошмар. Кошмар. Ну,
Вот озеро во всей красе. Самой высокой точки. Большое, да, Жень? Ну да, сколько мы шли, оно все тянулось длинное такое. Все, возвращаемся. Место! Место! Место сидеть! Вперед! Вот! Заодно! За одной палкой поплыли. И как они там делить будут? Быстрее плавать надо, блядь. Ко мне. Он сейчас две будет пытаться тащить. Ой, цирк. На перерез. Нет, промазал. И что, разгрызли? Этот без палки возвращается, да? Вот так на фоне природы. А вот красавцы. Селфи. Фотосессия. Молодцы, все, гуляем. Так, молодцы. Сейчас немножко вот так приближусь. Красота. Угу. Угольки. Ух ты, дыма сколько. Домик на дубе. Все, прощай, база.